Всем привет! Присоединяемся. Так, потихоньку будем начинать. Всем привет! Сегодня мы рисуем черешню в такой кружке акварелью. Рисуем вот эту картинку сегодня. Я показывала ее в сторис. Будем рисовать такую чашку с черешней. Чашку, кружку. Она у меня будет перед глазами. Я буду смотреть на нее в течение прямого эфира и рисовать с нее. Эскиз мы нарисовали уже вчера. Подготовили эскиз в карандаше. И сейчас будем уже красками. Так, начнем. У меня, значит, листочек А4, половинка А4, такой альбомчик акварельный. Акварельные краски. У меня вот такой Санкт-Петербург от Невской палитры. Палитра керамическая моя и водичка. Водички у меня 2 стаканчика, на всякий случай, если будет сильно грязная вода, чтобы я ее поменяла. Так, и у меня белка... Вот такая у меня кисточка, пятерочка. Белка с острым кончиком. Так, начнем. Начну рисовать. Вы подходите, присоединяйтесь, рисуйте вместе со мной. Эфир постараюсь сохранить обязательно, кто не успеет. Так, начну я с наложения голубого тона. Так как у меня по фотографии кружка стоит в тени, то там блики будут такие голубоватые. И я хочу их сначала положить, чтобы уже блики я не закрашивала и оставляла, какие они есть. Они у меня будут вот здесь на ободке. На ручке у кружки. И на черешне. Ну, можно сказать, вот я всю черешню закрашу и ободок у кружки. Так как я очень-очень бледно набрала цвет, то я его потом все равно перекрою. Так, и салфеточка у меня тоже подготовлена. Всем привет, кто присоединяется. Присоединяйтесь и рисуйте с нами. Какие-то, если есть вопросы, вы задавайте.
Так, голубой я положила. Теперь закрашу чашку, кружку. Беру красный. Немного добавляю туда синего. Совсем капельку. Эскизы карандашом надо пройти по ссылке у меня в профиле в шапке. Нажать там на первую ссылку, там она называется «Получить видео», что-то такое. И там откроется группа со всеми эскизами, со всеми прямыми эфирами. Можете там взять. Так, и закрашиваю кружку, тоже бледненько. У меня здесь отмечена тень, но я ее сейчас тоже закрашиваю, я ее потом буду затемнять. Как видите, у меня немного было воды на кисточке, и вот так аккуратно я закрашиваю всю область. Так. И закрашу тоже ручку первым слоем. Побледнее я возьму. И только оставлю места, где будут блики. Таким образом я мазками рисую, чтобы оставить блики. Так, ручку я тоже закрасила. Теперь закрашу ободок вот этой чашки, кружки. Это у меня железная кружка. Ободок этой кружки черным цветом, тоже такими вот движениями, как бы мазками, чтобы оставить блики. Там их будет побольше. Напишите, хорошо ли видно, хорошо ли меня слышно. Так, ободок. Я посматриваю на фотографию и смотрю, где там блики. Thank you.
Так, вот таким образом получился у меня ободок. Теперь начну красить черешню. Беру такой вот красно-розовый. Мне нужен такой бордовый цвет сделать. Так, возьму черные. Берите, если у вас обычная акварель, берите красный, синий, черный. Такой, чтобы получился бордовый, бордово-черешневый цвет. Так, и закрашиваем первый слой. Мою черешню. Так, и оставляю только блики, опять же, которые я нарисовала карандашом заранее, чтобы за них, чтобы их случайно не закрасить. Цвет довольно насыщенный получается, и я позже смогу вымыть немного краску и оставить такие светлые пятна. Это будут тоже блики, но не такие вот яркие, как вот эти белые пятна, которые я сейчас оставляю. Привет, кто присоединяется? Вот здесь я объединяю эти ягодки, потому что впоследствии буду вот здесь все равно закрашивать почти черным, темным цветом. Поэтому закрашиваю все.
Я продолжаю закрашивать ягодки и вот таким образом оставляю блики. Еще раз покажу, что я вот с этой фотографии рисую. Сюда смотрю на все эти блики. Вот здесь на черешне очень хорошо видно. Поэтому если есть возможность, тоже можете поставить фотографии перед собой. Эта фотография есть в видео по рисованию эскиза в карандаше. И сторис она есть. Хотя, наверное, сторис уже пропали. Но, в общем, она была в сторис вчера. Так. Первый слой черешни готов. Рисуем черешню в кружке в железной. Рисуем по фотографии. Теперь добавлю еще слой на кружку. Беру красный, немного голубого. Буду закрашивать тень.
Можно еще немножко голубого сюда. Здесь мы сглаживаем. Просто водой я так краску разглаживаю и растушевываю. Сейчас сюда еще добавлю чистый красный. И с этой стороны тоже. Беру красное из палитры. Прямо из красок. Теперь вот в эту часть еще добавлю красный с синим и немного черного. Пока у меня здесь влажная бумага, оно все смешается, как мне нужно. Так, и прорисую ручку. У нее есть тень, притом она сильно контрастная, очень четкая. Тоже смешиваю красный с синим и с черным. Даже больше черного, чем синего. Прорисую вот эту тень у ручки. Стараюсь рисовать быстрее, чтобы краска не успела у меня высохнуть, и я ее немножко растушевала. Сюда тень уходит у меня, но пока я не крашу, у меня там влажная бумага еще от слоя, которым я красила кружку. Да, это Санкт-Петербург. Таким образом немного растушевываю сухой кисточкой, сухой чистой кисточкой. И вот сюда добавлю еще красный цвет, где у меня были блики, чисто красный. Также блики я обхожу. И вот в эту нижнюю часть тоже краску добавляю.
Также немного растушевываю этот красный цвет, соединяю его с темным. Позднее мы еще добавим более темную тень на ручке. Еще хочу добавить немного синего, голубого. Вот в эти блики, которые у меня на ободке на черном. И вот внутренняя часть кружки тоже будет голубая. Потом я там еще добавлю тени. Немножко растушую этот голубой. Так. Как у вас получается, напишите. У меня уже вода такая грязная, но так как я рисую пока этими цветами, красный, бордовый, черный, не буду ее менять. Поменяю в конце, ближе, когда буду рисовать вот эти палочки, черенки. Так, теперь я буду затемнять ягодки. Делаю цвет, которым я рисовала черешню, но уже более темный, больше черного. У вас получается очень красиво. Так, вот такой совсем у меня темный цвет. И закрашиваю самые темные места сначала. Вот где не видно совсем границы ягодки. Быстренько закрашиваю, чтобы успеть растушевать эти цвета. Можно добавить побольше воды, чтобы потом сгладить границы и растушевать. Так, теперь сухой кисточкой немножко на ягодках границу сглажу. Теперь делаю цвет тоже опять для черешни. Возьму чисто, сделаю бордовый, это красный с черным, но побольше красного. И прорисую еще
верхнюю часть ягодки, где у нас блики, чтобы он был цвет понасыщенней. Люблю рисовать черешню, потому что у нее ягодки гладкие, но темные. Так как гладкие, то у нее много бликов, и этим она интересна, получается, на рисунках, на иллюстрациях. Так, теперь нарисую палочки. Вот у меня есть тут чистая водичка, я отсюда возьму воду и здесь промою кисточку. И для этих палочек берем лимонно-желтый, потом немного капельку коричневого. Зеленый. Так, я беру темно-зеленую капельку. Таким бледным цветом закрашиваю эти палочки. Первый слой. Так, здесь я закрасила палочку, сейчас я чистой кисточкой сухой уберу там краску. Так, кружка у меня подсохла, сейчас сделаю тень, это у меня был красный и черный. Тень у меня четкая. Потому что по фотографии на кружку падает прямое солнце, такое закатное, и тень получается очень четкая. Поэтому и на самой кружке тени от самой кружки они очень темные. Добавляю на ручку тоже, затемняю. И можно по низу еще добавить. Здесь сейчас растушую немножко.
Можно еще немножко добавить насыщенного красного. Потому что когда акварель высыхает, становится бледнее немного. Тем более я брала много воды здесь. Так, таким образом я добавила красного еще. Так, продолжу с черешней. У меня этот слой темный подсох. Сейчас совсем я беру почти черный. С небольшим добавлением вот этого бордового. И еще раз закрашу вот эти темные места. Так, и вот здесь тоже добавляю совсем черный цвет. Здесь и тень от верхних ягодок получается, и возможно, что внизу тоже лежат, то есть полная кружка ягод. Но их внизу уже не видно, но там все равно очень большая тень. Так как свет падает у нас не сверху, а вот сбоку. Немножко растушую вот этот черный уголок здесь. Так, теперь добавлю еще цвет нашим палочкам. Смешиваю зеленый, коричневый и капельку желтого, лимонного желтого. Делаю их темнее. А верхушки у веточек, у палочек этих совсем делаю коричневые. Так, точечными движениями добавляю, так как у меня слой там еще не совсем подсох, то они немного смешиваются вот с тем зеленым цветом. Thank you.
Добавлю еще насыщенного черного вот сюда в ободок, чтобы он был поярче и поконтрастнее смотрелись блики. Чтобы он был такой глянцевый прям, ободок этот у кружки. Что, будем рисовать еще ягоды в следующую субботу? Предлагайте, какие будем рисовать. Так. Вот сюда еще черного добавлю. Хочется прям совсем здесь затемнить это тупом. Так, теперь вот эту тень, вот здесь такое большое пятно, не тень, а блик, я немножко растушую. Так, и вот на этой ягодке тоже, с одной стороны только вот один край я. Можно туда добавить немного голубого. Так, и вот в эти в дальние ягодки тоже добавляю на блик немного голубого. Приходите рисовать со мной каждую субботу. И у вас будет не менее красиво. Все прямые эфиры я сохраняю. Все есть в записи. Не в основной ленте, а в IGTV. Все прямые эфиры там сохранены. Можете заходить, рисовать, перерисовывать, повторять снова. И все у вас будет получаться. В этом деле главное больше практики. Добавлю еще сюда немножко голубого. Такого, да, у меня уже здесь много воды. И вымою здесь небольшое световое пятно. Чистой кисточкой, почти сухой.
Так, вот сюда еще добавлю цвет. Мне не очень нравится это пятно. Сюда. В принципе, я вижу вот через камеру, что уже видно вот эта тень. Из-за этого ягодки, кажется, лежат сверху на кружке. ИГТВ есть, все прямые эфиры сохранены. Как туда зайти? Когда открываете вы главную страницу, сейчас покажу. Вот вы открыли страницу. Вот это основная лента. А вот здесь есть телевизор. Нажимаете на него. Здесь все прямые эфиры. Капкейки мы рисовали, куличи, космос, открытку. И летние эфиры с мороженым и с пейзажем. Прошлую субботу мы рисовали. Поэтому заходите, пожалуйста, и все рисуйте. И присылайте, как у вас получается. Если будут вопросы, пишите вопросы. Этот прямой эфир тоже сохраню. Тоже рисуйте. Так, еще добавлю пару темных линий, такая темно-коричневого цвета на палочке, чтобы их тоже выделить. В принципе, можем заканчивать. Фон я не рисую. Если вы хотите, можете дорисовать еще фон. Еще добавлю красного.
принципе, все, можно так оставить. Такой получился быстрый у нас. Быстрый рисунок, быстрая иллюстрация. Мне нравится результат, поэтому я оставляю. Самое основное здесь было вот обозначить эти блики, которые дают объем, блики и тени. За счет них появился объем и натуральность. Поэтому рисуйте, повторяйте, тренируйтесь, и у вас все получится. Получится тоже супер. Тогда завершаю прямой эфир. До встречи. Спасибо вам, кто пришел. Всем пока.